Канал Гриф для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Медиаспектр». Мастерская наружной рекламы. По данным нейросети Яндекс, в Кургане сейчас 15 градусов ниже нулевой отметки. Сегодня в городе ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха составит минус 12 градусов. Минимум старше 10 метров в секунду с паровыми до 4. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного. Этого года 15 февраля отмечался как день памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса он не имел. Новая дата учреждена как единый день памяти. Вадим Михайлович еще раз выражает вам глубокую благодарность за ваши все действия, за вашу и надеется, что вы будете всегда рядом на переднем плане, на фронте,